Это, наверное, Wednesday. Здесь Эля зелья колдовские. Чувствуем вкус на сегодняшний день. Меня зовут Wednesday. Wednesday Adams. Следуем за мной. Это очень весело. Я так сильно. Два. Ну что ж, опираясь на дедуктивный метод, могу предположить, что здесь у кого-то день рождения. Это да? Да. У кого? У Wednesday не может быть секретов. Как тебя зовут? Приятно познакомиться. Поздравления перейдем позже, потому что сейчас есть дела поважнее. Прежде чем я расскажу, что случилось, я хочу, чтобы ты познакомила меня со всеми своими друзьями. Как зовут первую подругу? Кира. Кира. Кира, приятно познакомиться. Скажи, пожалуйста, есть ли то, чего ты боишься? Да. Что? Темнота. Это неправильный ответ. Сегодня ты ничего не боишься. Страх – твой главный враг. Запомнила, Кира? Замечательно. Как зовут следующую подругу? Ангелина. Ангелина, приятно познакомиться. Скажи, пожалуйста, есть ли то, чего ты боишься? Неправильный ответ. Сегодня ты ничего не боишься. Запомнила? Отлично, Ангелина. Как зовут следующего друга? Архип. Архип. Приятно познакомиться. Скажи, пожалуйста, есть ли то, чего ты боишься? Сегодня я ничего не боюсь. Архип, ты усвоил урок, ты мне уже нравишься. Будешь отвечать за интеллект в нашей команде. Ну что ж, раз мы со всеми познакомились, самое время рассказать мне, зачем же я вас всех здесь собрала. Не только для того, чтобы поздравлять именинницу. Все дело в том, что ваша задача сегодня разгадать тайну Nevermore. Знаете ли вы, что такое Nevermore? Школа. Какая школа? Твоя. Есть еще какие-нибудь подробности? Нет. Значит, начнем с самого начала. Меня зовут Wednesday Adams. Я родилась в пятницу 13-го, в день, когда все, кому не лень, выходят из своих могил. В первый год жизни меня трижды чуть не съели оборотни, дважды вампиры, и еще несколько раз я падала с обрывом в воду. Мой отец считает, что научить плавать младенца можно одним лишь способом, бросив его с утеса вниз. Балаба. В 5 лет меня отдали в школу для одаренных, но оттуда скоропостижно отчислила слабоумная директриса. Так я сменила 8 школ. В конечном счете оказалась в Nevermore. Nevermore – это школа для изгоев. Оборотни, вампиры, русалки и такие, как я. Высокоинтеллектуальные личности с нетривиальным чувством вкуса. С недавних пор кто-то, используя темную магию, разрушает Nevermore. Деревья сохнут, а люди гибнут. И все это пришлось на мой приход в эту школу. С тех пор меня считают проклятой. Но я не приложила к этому никаких усилий. Вы должны найти того, кто меня подставляет, ну а позже я его уничтожу. Задача ясна? Замечательно. Я пришла к вам не одна. Это Грег, мой помощник. Родители приставили его за мной, чтобы тот следил, но я заплатила ему больше, и теперь Грег выполняет все мои поручения. Вы мне нравитесь, поэтому вы тоже можете пользоваться услугами Грега. Грег, представься. Меня звать Грег. Я помогать Wednesday. Он немножечко глуповат, но выполняет свои обязательства отлично. Грег, принеси мне все необходимое. Можете подойти поближе, чтобы всем было видно. Перед вами карта школы Nevermore. Ваша задача – зайти во все корпуса и собрать все улики. Самая главная улика – это книга с черной меткой. Именно эта книга поможет нам вызвать дух Nevermore. Задача ясна? Назовите мне корпуса, которые вы видите. Неизвестный корпус. Неизвестный корпус. Главный корпус. Главный корпус. Корпус со стен газетами. Спасибо. Еще. Корпус флоры и фауны. Корпус флоры и фауны. Еще. Главный корпус. Называли. Не назвали 2 корпуса еще. Кира, я еще не вижу верх ногами. Вещей.
Общежитие для младших классов. Общежитие для младших классов, а рядом какое общежитие? Общежитие для старших и средних классов. Отлично. Перед каждым корпусом вы будете повторять необходимые заклинания, которые помогут нам перемещаться. Выучим заклинания мы чуть позднее. Прежде я хотела бы вместе с вами определить, с какого корпуса начать. Мистер Интеллект, есть идеи? С главного. Молодец. Мы могли бы отправиться в главный корпус. Но кто-то пробрался в этот корпус до нас. На данный момент двери главного корпуса закрыты. Чтобы пробраться в корпус, нам необходимо найти свиток заклинания в корпусе Флоры и Фауны. Отправимся прямо сейчас туда. Встаем в круг. Как я уже сказала, перед каждым корпусом вы будете произносить необходимые слова. И сейчас мы их выучим. Рекомендую вам с самого начала все слова запомнить. Это понятно? Дайну Невермора раскроем. Теперь все вместе. Дайну Невермора раскроем. Проклятие сотрем. Проклятие сотрем. Призраков пледом укроем. Призраков пледом укроем. Уэзли все вместе спасем. Уэнсли все вместе спасем. А теперь с самого начала от виду. Тайну Невермора раскроем. Проклятье сотрем. Призраков пледом укроем. Уэнсли все вместе спасем. Отправляемся за мной в корпус Флоры и Фауны. Встаем друг за дружкой. Корпус Флоры и Фауны состоит из двух стеклянных куполов. Под этими куполами обитает разная живность и плотоядные растения. Как только вы зашли внутрь, то обнаружили, что корпус разрушен. Двери выбиты, а стекла и вовсе отсутствуют. Свиток с заклинанием, который вам необходим для того, чтобы открыть главный корпус, попал в чан с червеобразными. Вы можете присесть на диван, потому что сейчас начинается самое интересное. Принеси чан с червями. Грег, нести чан с червями. Прямо сейчас каждый из вас будет опускать руку прямиком в чан с червями. Ваша задача найти необходимую. Они не настоящие? Мистер Интеллект, ты меня подводишь. Сейчас ты увидишь, как они быстро переползают тебе под кофту. Ваша задача найти свиток с заклинанием. Кажется, они вот-вот проснутся. Ты будешь ответственна за карту. Некоторые свитки будут пустые. Начнет, конечно же, именинница. Я даже не понимаю. Ученики Невермора, внимание! Сегодня на небосвод взойдет красная луна. Согласно преданию, во время кровавого полнолуния оборотни теряют рассудок. Ученикам Невермора приказано запереться в своих комнатах. Надвинуть решетки на окна. Пока оборотни будут выйти на луну, остальные должны находиться в безопасности. В общем-то, это все. Сейчас мы должны сопоставить название статьи с картинкой. Всего 5 статей вам пригодится. Остальные будут считаться лишними. Сюрприз под Хэллоуин. Есть что-нибудь связанное с Хэллоуином? Так, без травы. Есть что-нибудь связанное с травой? Вот. Странности в Неверморе. Есть что-нибудь? Вот. Нет. Руны во время урока. Мне кажется, нет. Приступы лунатизма. Вот. Ну, может, добавили про луну, если не ошибаюсь. Нет, не добавляли. Но в любом случае, лунатизм и луна все равно про разное, поэтому тут же ничего не про лунатизм. Клыки Невермора. Есть идеи? Зелье? Зелье. Молодец. Какой номер у зелья? Он тоже помечен кровью. Зелье номер 13. Абсолютно верно. Как я сразу не догадалась, все это время мы могли лишь приготовить зелье и совершить ритуал призыва духа Невермора. Вы когда-нибудь совершали ритуалы? Нет. Отлично. Нет, буду счастлива вас обучить.
Собираем все карты и отдаем Грегу. В каком корпусе мы будем совершать ритуал? Неизвестно. Неизвестно в корпусе, абсолютно точно. Это единственный корпус, который мы с вами еще не изобразили. Ну что ж, делаем круг шире. Грег. Еще шире. Закрываем глаза и максимально громко повторяем известные всем слова. Тайну Невермора раскроем. Проклятие сотрем. Призраков пледом укроем, Wednesday все вместе спасем. Ну что ж, самое время приступить к ритуалу. Ничего не смущает? Нет. Это книга с черной меткой. Именно за этой книгой мы с вами все это время охотились. Ну что ж, теперь пора собрать все необходимые ингредиенты и совершить ритуал. Следуем за мной. Вон там еда. Мелодонок, где-то мелодонок. Ознакомьтесь со всеми колбами. Это Беладонна, вот это нужно. Беладонна, это наш первый ингредиент. Держи, Черри. Засыпай 2 ложки. Лучше над бокалом, чтобы не рассыпать. Следующий ингредиент – метафил. Даже тебе мешает. Поднимите крышку, пожалуйста. Держи свет, пожалуйста. Следующий ингредиент – метафил. 1 ложка. 1 ложка метафил. Вот ложка. Я опять нашла. 2 ложки. Да? 2 ложки же. 1 ложка. Вот это легче будет. А вдруг реально? Лунные травы. Лунные травы. А, вот я видела. Вот они. Спасибо, Хип. Сейчас будем варить тебе зелья. И пробовать первое. Что? Ну или нюхать, не знаю. Две ложки. Успехи, ум 1 ложка. А ты куда так говорить? Вот он. Это у меня другое, это зубастая гера. Успехи, это потом. Следующий. Успехи где? Вот. 1 ложка. 1 ложка. Чай. 2 ложки зубастой герани. Спасибо. Найди мне рябину, пожалуйста. 1 ложка или 2? Кира, ты... У меня память. Я что-то хрупкий. 1 ложку? Да, 2. Прежде чем мы отправимся с вами совершать ритуал, у меня к вам есть один вопрос. Знаете ли вы, что происходит с птицами, которые едят красные ягоды? Краснеют. Еще идеи? Умирают. Ты же мой гений. Абсолютно верно. У меня для вас есть красные ягоды. Кто попробует? 1, не больше. Посмотрим, что с вами будет. Давай. Думаю, сладкое. Все съели.
ничего не нравится? Жуй. Все проглотили? Да. Батель, что? Сладко. У кого лампа была? У меня. Открыли рты. Глотай. Идем дальше. Ну что ж, раз вы съели красную ягоду, я могу вместе с вами совершить ритуал по призыву духа Невер. Все, что вам необходимо, это повторять за мной все движения. Задача ясна? Да, ясна. Добавляем собранные элементы. И приступаем. Делаем шаг назад. Ложку лучше оставить. Ну что ж, давайте ознакомимся с заклинанием. Кто из вас лучше всех читает? Подходите поближе. Можете все встать на ноги и подойти поближе. Nevermore уничтожаю, все двери открываю. Повторяйте вместе. Напомните мне, пожалуйста, какие двери открывает это заклинание? Какого корпуса? Мистер Интеллект, соберитесь. Главного корпуса, абсолютно верно. Изначально мы не могли попасть в главный корпус именно потому, что у нас не было необходимого свитка. Nevermore уничтожаю и все двери открываю. Произнесите еще раз все вместе. Вы можете пройти на следующее испытание. Как вы уже могли догадаться, внутри главного корпуса кто-то находится. И этот кто-то приготовил для вас небольшую ловушку. Скажите, пожалуйста, доверяете ли вы своей интуиции? Да. Отлично. Если вы доверяете своей интуиции, своему внутреннему голосу, это значит, что сейчас у вас не будет абсолютно никаких сложностей. Вы вновь можете присесть, а я расскажу, что вас ждет дальше. Перед вами находятся 6 дверей. За какой-то дверью вас ждет подсказка. Но за какой-то дверью сидит монстр. Вся особенность этого монстра заключается в том, что если его потревожить, он раздает ужасный звук, от которого трескают стекла. Сейчас каждый из вас по очереди будет подходить, выбирать дверь, опираясь на свой внутренний голос, и смотреть, что же находится за дверью. Если же вы открываете дверь с монстром, то как только он издаст звук, вы не должны даже вздрогнуть. Если вы вздрогнете, то испытание провалено. Если вы находите дверь с подсказкой, то вы просто высаживайтесь на свое место. Кто начнет? Я. Так. Не торопись. Дай себе время определить нужную дверь. Подсказка. Что за подсказка, Архип? Номер 3. Выбирай следующий раз. Вот это.
Открывай. Подсказка. Итого у нас две подсказки. Выбирай следующий. Поближе открываем карту Nevermore. Сейчас мы должны с вами определиться, куда двигаться дальше. Где мы только что были? В главном корпусе. Да, абсолютно верно. Мы были тут, отправились в корпус флоры и фауны. Сейчас мы находимся в главном корпусе. Куда отправляемся дальше? В главный корпус. Мы сейчас корпус с газетами? Неправильный ответ. Есть личный корпус? Неправильный ответ. Общежитие для старших и средних классов. Что? Общежитие для старших и средних классов. Абсолютно точно. Встаем в круг. Повторяем необходимость. Закрываем первый класс. Тайну Невермора раскроем. Проклятие сотрем. Громче. Призраков пледом укроем. Уэнстесси вместе спасем. Отлично. Сейчас мы с вами отправимся в мое самое любимое место. В этом месте учащиеся Невермора проводят большую часть своего времени. На территории общежития есть библиотека, что позволяет в каждой комнате иметь свою книжную полку. Внутри общежития пахнет сыростью, мокрыми тряпками, вонючими носками и скудоумием. Я не планирую заходить в каждую комнату, боюсь, что это будет очень долго. Поэтому вы можете присесть, а ты, Грег, принеси все, что нашел в общежитии. Что такое скудоумие? Грег? Сейчас я смогу нарушить. Скажи что-нибудь, скажешь. Грег, помогать Уэнсли. Вот это называется скудоумие. Если вы не хотите быть таким, как Грег, читайте больше книг. Что ты нашел, Грег? Грег нашел шар. Грег нашел руны. Грег нашел письмо. Будем разбираться со всем по порядку. Чтобы нам было удобнее, предлагаю присесть на пол. Это и будет наше рабочее место. Сейчас я вас с каждым элементом познакомлю. Это письмо я вижу впервые, и я понятия не имею, что оно нам дает. В мешке находятся руны. Кто знает, что такое руны? Шарики, шарики. Почти. Древние руны выглядят примерно вот так. С помощью древних рун можно предсказывать будущее. Это один из способов гадания. Это мой волшебный шар. С помощью этого шара я нахожу ответы на все свои вопросы. Гигантам жизнь обречена. Адский пламени гореть. Да вечно грустно тихо плеть. Жизнь кита и так-то умалость. Один денек приносит радость. Но нам секрет уж очень важен. А почему? Мы вам не скажем. Вы что-нибудь поняли? Игра. Догадайтесь, лишь по тем буквам, которые у вас есть, что это за слово? Вы правильно определили первые три буквы. Игр 5. Какие идеи есть? Игр 5. Игр 5, нет, там нет цифр.
Мне нужно цельное слово. Игре? Нет такого слова. Первые три буквы вы определили правильно. Старайтесь сейчас методом дедукции определить, что это за слово. Игр. Или это Е? Шеп. Игре? Мне кажется, это Е. Я же... А есть какой-то? Нет, это буква Ш. А может... 4 какая-то. Это И. 4. А если первый закон? А может, пятерку не будет? Нет. Это не пятерка. Следующей буквы не хватает. Это буква У. Игрушки. Молодец. Это кто? У нас опять мистер интеллект? Нет, это Кира. Кира. Отлично. Ну что, собираем руны обратно в мешок и даем мешок Грэ. Вы собрали слово. Игрушки. В какой корпус мы отправляемся дальше? Неизвестный? Корпус. А, нет, нет. Газета. Общежитие для младших классов? Общежитие для младших классов. Спешу вас расстроить. Следующее испытание проверит вас на готовность идти дальше. Это будет мое испытание, не испытание Nevermore. Если вы с ним справитесь, я буду уверена в том, что могу дальше с вами разделять это расследование. Если же вы не включитесь в процесс и не найдете ответ, мы не сможем с вами отправиться дальше. Это понятно? Да. Ну что ж, Крэг, принеси детские рисунки. Сейчас я проверю вас на интеллект и на зоркость. Перед вами карта. Предлагаю разложить прямо на диване, чтобы было видно каждый рисунок. Раскладывайте. Вот раскрашенное ушко, а там не раскрашенное ушко. Ну что, просто так разложу. Видим, что тут стоят. Вот это раскрашено, то не раскрашено. Даю еще одну подсказку. Все три рисунка в одном ряду, кроме того, этот ряд вертикальный. Тайну Невермора раскроем, проклятие сотрем, призраков пледом укроем, Уэнсдей все вместе спасем. Отлично. В корпусе со стен газеты учащиеся проводят большую часть своего времени. Как только вы зашли внутрь, то обнаружили огромное количество кабинетов. Назовите мне номер кабинета, в который нам нужно зайти. 300 что? 312. И это правильно? Пронеси ящик из 312. Сейчас вы ознакомитесь с вырезками из газеты. Это еще одна улика, которая была оставлена разрушителем Nevermore.
После того, как мы сможем сопоставить эту улику с картинкой, которая находится там же, мы сможем составить цельное слово. Цельное слово приведет нас к разгадке этой тайны. Задача ясна? Задача ясна? Нет. Можете присесть. Перед вами 4 карты. Не рекомендую вам делать поспешных выводов, потому что сейчас мы ознакомимся с каждой картой подробнее. Есть ряд вырезок из газет. Наша задача ознакомиться с этими статьями и найти что-то для себя интересное. Например, вот. Новенький в Неверморе, маг, чародей или бандит. В школу прибыл новый ученик, некий Джон, изучавший магию старой ведьмы. Чего ждать от прибывшего черноволосого? Большой вопрос. Откуда я знаю имя Джон? Абсолютно точно. Джон – это наш первый подозреваемый. С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Соня! С днем рождения тебя! Загадывай свое самое сокровенное желание. И как будешь готова, задавай все свечи. Еще. Отлично.